Приветствую всех подписчиков. Спустя неделю хотел показать вам птенцов, как они у нас подросли. Теперь даже их не отличит от родителей. Им буквально 25 дней. Они уже сами летают, сами питаются. Родители нет-нет подкармливают. С ними папаша один. Мать его брал в другую клетку. У нее 3 яйца. Было 4 яйца. Кто-то из птенчиков поломал, выкинул яйцо с гнездышка. Поэтому я решил ее отсадить, перенес их гнездо в клетку и мать. Она тоже такая молодец. Начала там также продолжать сидеть на яйцах. Хоть и место поменяли. Молодежь здесь с папашей. Вот такие они стали большие. Очень шустрые. Сами по себе тоже крупные, как и отец их. Кормлю их семечкой молотой. Ну, я даю молотую. Можно не обязательно давать, но я даю молотую семечку. Также яблоко. Корм, яйца вареные, крутые. И все, птица здоровая, довольная. Скоро начну их уже отселять, так как он уже постукивает им по головке. Уже они ему надоедают. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сниму новых птенцов, когда вылупятся, покажу обязательно. Всем спасибо, до свидания.